Ну, мы традиционно проводим соревнования в это время. 7-й чемпионат города Оренбурга пользуется большой популярностью. Сейчас вот где-то 16 команд заявилось. Около 200 человек, предварительно говорю, около 200 человек. Стараемся придать организации хороший уровень. Вот это, ребята, это же наше национальное достояние. Вот, и наша задача взрослых, чтобы из этих ребят выросли граждане нашей великой России. У меня много родственников занимаются этим видом спорта. Папа как-то раз мне сказал, попробуй. Я попробовала, мне понравилось. Я после школы очень устаю, а когда туда приезжаю, мне прям вот снимается как бы напряжение такое, как-то легко становится. Ну, девушки приводят подруги, с подругами в основном приходят. Потому что девушки, они думают, что гири раскачивает девушки. Вы сами видите за мной. Красивые, статные, высокие, потому что это как фигурное катание. УФП, силовая выносливость, мышцы не растут. Самое тяжелое в этом виде спорта – это не соперник, потому что как бы контакта нет с соперником. Вот. А идет самое тяжелое – это преодолевание времени. Сами гирь тренировали волю, росли на крепли мышцы стан, рывком срывались на руках мозоли, но вкус победы стоит этих травм.